В самом начале хотелось бы извиниться перед людьми за то, что на них был поставлен эксперимент, и перед экологической организацией Greenpeace, которая была в нашем городе только проездом. Вам непонятно, в чем дело? Смотрите. Мы собираем подписи в поддержку экологического движения Greenpeace. Их собираются закрывать в Харькове. Вы не подпишете против закрытия? Против. Подпишем. Будьте добры. А теперь, если вам не трудно, я сейчас достану этот лист бумаги, а вы вслух прочтете то, что вы подписали, хорошо? Пожалуйста, вслух. Я, будучи в здравом уме и светлой памяти, заявляю, что готова сейчас достать из кармана все свои деньги и отдать их первому встречному, не сожалея об этом. Даю слово, что предъявлять претензии не буду. Вы всегда подписываете документы, не глядя, что там? Нет, не всегда. Это первый раз, да? Да. И не приходилось вообще? А как вы, сожалеете теперь об этом или нет? Ну, конечно, сожалею. А выполнять будете это все? Вы подписали? Ну, нет, конечно. Хорошим делом занимаюсь. Одну секундочку, подождите. А теперь... А в какой стадии закрывать? А теперь я достану этот лист бумаги, и будьте добры, прочтите то, что вы подписали. Ага. А, понятно. Подколыли. Вам приходилось когда-нибудь подписывать бумаги без текста? Читаем обычно. А сейчас почему? Вы просто поверили? Ну, просто тоже вас решили проверить чистый лист бумаги. Я думаю, черкнем. Если действительно Greenpeace, действительно мы распишемся. Да. А так здесь же, в принципе, видишь, еще ничего, так, значит, чистенький листик так... Даже на ту сторону. А если бы я попросил написать ваш домашний адрес, номер паспорта, если он у вас есть, вы бы подписали это все? Конечно, написали. Она что, хороший человек, что мне написать? И ключи дали вам от квартиры. Я, будучи в здравом уме, в светлой памяти, заявляю, что готова сейчас достать из кармана. Что же, вы же мне не то сказали. Как? А вы всегда подписываете вот нет, бумаги? Нет, не глядя никогда. А вот всегда сейчас читаю. Ну почему тут, наверное, ваш внешний вид такой, что я вам поверила? А вы? Вы под... А теперь, если не трудно, достаньте эту бумагу и прочтите, что вы подписали. Только читайте сразу, без подготовки. Здравия и светлой памяти заявляю, что готова сейчас достать из кармана все деньги. Ой, замечательно, у меня нет денег. Я достаю их первого встречного, не сожалею об этом. Так, вы подписали, камера зафиксировала. Отдавать. Карманов нет. Отдавать будете? Нет, конечно. Карманов нет. И денег нет. Скажите, а вы всегда вот так подписываете бумаги, документы, не глядя какой текст? Это потому что вот, ну как сказать, авторитет, наверное, к телекомпании. Нет, телекомпании Тунис-центр. А теперь я достаньте этот листочек. И прочтите сразу то, что там написано. Будете выполнять? Ну а как же? Слово джентльмена. А вот сейчас идут первые встречные. А, первым встречным? Да, только все деньги. Хорошо. Пойдем? Я могу вывернуть карман. Скажите, а вы всегда вот так подписываете документы, не глядя, что там? Больше не буду. Раньше подписывал больше. Молодые люди, можно вас на секундочку? Разменять тебя? Нет, это вам просто. Не, нам нужно. Да нет, ну возьмите. Да у нас есть. Мы тебе можем... Нам уже... Нет, ну я подписался просто, я пообещал. Кто вы исполнит то, что подписали? Давайте. Сколько ему дать? Тут написано все, вы подписали. Давайте, пожалуйста. Нет. Первому встречному давайте найдем его. Ребят, давайте, пожалуйста. Возьмите, я говорю. Взяла. Все, взяли. Сегодня разбогатели. Я вас поздравляю. А, ну спасибо. Удачи вам. За час нам удалось одурачить около 30 человек, и только один поинтересовался, что же написано с обратной стороны чистого листа. Да, давайте я подпишу, конечно, я не очень в курсе. Но... А вот с этой стороны что написано? Так, это первый человек, который спросил, что написано с той стороны. Хорошо, я вам покажу. Вы не покупаетесь на эти штуки. Вот, прочтите, пожалуйста, сразу. Ребята,
Я вам честно скажу, я работаю на Хартруне. Так, такие шутки не проходят. Мы читаем документ сначала. А вы можете дать совет вот людям? Мы сейчас идем по улице, буквально каждый подписывает эту бумагу, не глядя. Что там? Ой, как же... У нас там много было разных плакатов, разного содержания. Они там были там и... Надо быть бдительным, и надо это, наверное, выучка осталась. Спасибо. В общем, читайте документ сначала.